Меня зовут Артем Ясинский. Я недавно вернулся с международного конкурса пианистов, который называется Top of the World Piano Competition, который проходил в городе Трамсё в Норвегии. И сейчас хочется поделиться с вами своими впечатлениями о конкурсе и о городе. Конкурс был очень интересным, проходил в трех турах. То есть это сначала было выступление, насколько я помню, полчаса, и второе выступление был час. Сольное выступление. И после этого последнее выступление было с оркестром. Я оказался в числе трех счастливчиков, которые могли играть с оркестром и выступать. Мы выступали в старинном храме. Это был деревянный храм. Насколько я прочитал, если я правильно говорю, это самый северный храм Европы. Вот. Было, конечно, огромное удовольствие для меня играть. В конкурсе принимали участники из самых разных стран, но, что здорово, 4 участника были отобраны из Украины. Это очень большой процент, поскольку всего 24 участника были отобраны из более чем 180 человек. И это здорово. То есть это был Данил Санько, Дмитрий Чони и Анастасия Наплякова. Вот. Ну и я, 4-й участник. Почему-то так получилось, что я был заявлен как участник от Германии, но я поговорил с организатором, они это исправили, не возникло никаких проблем. Ну, в общем, здорово. Вообще хочется сказать, что была потрясающая организация и очень теплые люди в Трамсё и классное общение. То есть остались самые позитивные впечатления от конкурса. Вот. И от города тоже. Потрясающей красоты город, особенно когда подлетаешь с самолета, видишь все эти горы, которые до сих пор в снегу. И это захватывает сердце, и до сих пор, когда я вспоминаю, огромная радость и тепло в сердце от этого города, хотя там, в принципе, холодно. Вот когда мы были, было плюс 6, плюс 12 максимум, вот. И поскольку город находится за полярным кругом, что меня поразило, на протяжении всей ночи светило солнце. Это что-то абсолютно особенное, то есть впечатления, которые останутся навсегда со мной, даже в 3 часа ночи. Почему я знаю? Потому что было трудно заснуть, потому что всю ночь светило солнце. И в 3 часа ночи выходишь и как днем. Потрясающе, просто потрясающе. И я очень рад, что у меня была такая возможность это все увидеть. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Всем большой привет из Бремена и пока.